Всем привет! Меня зовут Евгения. Сейчас я нахожусь в аэропорту Турции, в отеле рядом, аэропорт Сабиха, и жду вылета в Москву. Хотела бы рассказать вам о практике самопрограммирования. Очень классная практика, которую можно делать в Телеграме. Создаем свой Телеграм-канал с самим собой, называем его «Самопрограммирование Евгения», «Самопрограммирование Виктория», «Самопрограммирование Катя». И туда мы добавляем классную практику. Я предлагаю начать с практики 50 подарков. Мы пишем «Мне подарили в подарок двоеточие» и добавляем картиночку, например, цветы. Какие цветы вы хотите, да? Вот именно вот эту картиночку добавляем, пропишем «Мне подарил цветы мой поклонник» или «Мне подарил цветы мой муж» или «Мне подарили цветы мои коллеги». Также можно сказать «Мне подарили цветы Вселенная», да? Не указывая конкретно, кто же подарил вам цветы. Такая практика позволяет вам как бы сказать Вселенной, а что же вы хотите, и направить туда фокус внимания. Что еще можно туда добавлять и где брать картинки? Берем картинки в Pinterest. Когда мы добавляем, открываем эту программу, мы забиваем кодовое слово, что же мы хотим. Например, мы хотим какую-то конкретную машину, да, мы забиваем ее и ищем какие-то референсы, либо вы хотите в какой-то отель, забиваете имя, название этого отеля, либо какую-то страну вы хотите посетить, и выбираем именно ту картинку, которая отзывается в вашей душе, и вы, когда на нее смотрите, у вас так: «О, вау, я туда обязательно попаду. Я обязательно там буду». Все, это без вопросов. И добавляем в наш самопрограммирование, пишем: «Я побывала вот в Турции, в Стамбуле, посетила вот такие-то локации с моим поклонником, например». Или «Мой поклонник подарил мне подарок, поездку на Мальдивы с моей подругой». И все, что вы хотите, вот так вот 50 желаний прописываем. Как дальше вести такой канал? Чтобы дальше вести такой канал, вы, например, в сторис у блогера какого-нибудь видите классные картинки. Вы делаете скриншот, браслетик, да, и закидываете его в этот канал самопрограммирования и пишете: «Я хочу, чтобы там мне подарили», мы пишем «не я хочу», мы пишем «мне подарили браслетик картинки в таком-то цвете», да. Все, точка, да, можно добавить от кого, можно не добавлять. И вот такой классный канал самопрограммирования мы ведем в формате постоянно просматриваем, что мы хотим, да, туда также можно писать жизненные какие-то цели, которые вы прожили, и когда мы говорим от Вселенной, то значит мы можем уже и сами себе это подарить, да, и Вселенная просто нам через каких-то других людей, через клиентов, через заказы, через отправлением денег каким-то способом может нам это преподнести в нашу жизнь. Попробуйте, отпишитесь в комментариях, как вам такой способ. А еще удобно, что Телеграм-канал всегда рядом, всегда с нами, и всегда туда можно подглянуть.